Well, how about if we begin at the beginning? Давайте начнем сначала. The goal is not to reconstruct the 16th or 17th or 18th century. Вернуться к 16-му, 17-му или 18-му веку. Excavation. Это не какая-то литургическая экскавация. Но мы хотим сказать, что пуритане могут чему-то нас научить. Это сердце, посвященное Богу, глаза, уши, вся жизнь, весь опыт, посвящен Богу. Пуритане были частью реформации. Быть пуританином — это значит плыть против течения. И пуритане хотели избавиться от всего, на что не был к чему не был благословен Бог. Баньян был обычным человеком, но он собирал 3000 людей, когда проповедовал в 6 часов утра. Христианская жизнь была такой прекрасной, как он описывал это. Такой богатый. Я хотел жить так. Я хотел проповедовать так. У нас сегодня слишком много пустой мотивационной проповеди. Ты можешь, давай, вместе сделай это. Нет никакой глубины. Мы так далеки от глубины пуритан, их посвященности Божьему Слову. Это дар, который они оставили нам. В светском мире трудно вспомнить, что было время, когда люди были движимы богословием. Поэтому, когда я понимаю то, кем является Бог, я начинаю понимать то, кем я являюсь. Было много серьезных, радостных христиан. There was nothing in grace Они знали, что that coddled sin. В благодати не было ничего, что давало повод для греха. Они понимали важность понимания истин богословия. Это, что богословие должно укорениться в их сердце, в их жизни. Если бы у нас был этот взгляд, нам не нужны остальные книги, которые говорят нам смотреть внутри себя, чтобы искать ответы. Потому что мы знаем, что это исходит от Бога и только от одного Бога. Они понимали, что Бог везде. Everything concerns him, and that he sees everything. Все касается его, он видит все. The biggest problem in life is God. If you are not right with him, был Бог, если вы не имеете мира с ним. Сказать, что вы человек Евангелия, и потом не жить согласно Евангелию, индивидуально и в обществе. Of what we describe as salvation. Это неправильно понимать спасение. И они видели эту радость, для которой мы созданы. И поэтому это истина, ради которой мы должны жить и ради которой мы должны умереть. Если мы не готовы положить свою жизнь за истину Божьего Слова, не только мы не почитаем Бога, Lives are being imperiled. Но также создаем препятствия для вечной жизни других людей. Хотите ли вы знать Христа в Священном Писании? Хотите ли вы, чтобы кто-то заботился о вашей душе? Познакомьтесь с пуританами. Пуританин. Вся жизнь, посвященная славе Божьей. Тридцать четыре урока о жизни и биографии различных пуритан, жизни и учении различных пуритан. Я очень рад представить вам этот небольшой видеоклип. У нас есть документальный фильм, который называется «Пуританин». Он будет выпущен в июне. Bookstall and also Banner True Trust. You can pick up a package like this, a little box. Такую коробочку. Inside is a little Там slip будет, that you can just fill out your code and your shipping address. Вам нужно будет заполнить эту информацию, отправить ее нам. In June, и в июне вы получите пакет материалов за $90. Документальный фильм, который будет идти 2 часа. Там будет также
introduction book to the Puritans, книга «Введение в учение пуритан», которую я написал вместе с Майклом Ривзом, и потом 34 урока на более глубоком уровне, но по-прежнему предназначенные для обычных членов церкви. Эти уроки написаны многими братьями, которые сидят здесь, в первых рядах, и многими другими авторами, которые являются экспертами в богословии пуритан. И также там есть учебное пособие, которое можете пройти. Это каждый из этих уроков 15-17 минут, поэтому за вечер можно даже три пройти и вместе с церковью пройти, чтобы познакомиться с служением пуритан. И также посмотреть это документальный фильм. Follow this course with your congregation. Если вы сделаете так, with the blessing of the Spirit, и Дух Святой благословит ваш труд, я уверен в том, что когда люди начнут читать пуритан, и когда вы начнете читать пуритан, ваш уровень святости по Божьей благодати возрастет, и также это будет в вашей церкви. Мне кажется, это будет прекрасно. И это наша цель, предназначение этого пакета. That you'll get. Это самая низкая цена, поэтому я рекомендую вам предзаказать этот материал, и мы надеемся, что в июне мы сможем его вам дать, и это будет благословением для вас и для ваших церквей. У меня также большая честь и привилегия поделиться с вами еще одной новостью, которая связана с этим. 2 или 3 месяца назад Дэвид Уиллен, мой помощник, подумал, чтобы нам вместе с ним встретиться с Джоном МакАртуром. Это была его идея. И мы договорились, я был в Вашингтоне, и Дэйв прилетел, но мне нужно было улетать в 2 часа, а Джон МакАртур мог встретиться с нами только в 1:30, поэтому у нас было 30 минут, чтобы предложить ему идею. Джон пришел в 1:42, поэтому мне было 18 минут. Я зашел в офис, я пожал ему руку, я сказал: «Джон, мне нужно сразу с тобой сесть и тебе сказать об этой идее». «Хорошо, садимся». За 7 минут я ему излил сердце и душу. Хочу, чтобы он был спонсором самой большой пуританской конференции, которая когда-либо проходила в этом зале, чтобы мы пригласили различных издателей, которые сосредоточены на пуританах, и помочь людям читать пуритан. И поэтому, чтобы это помогло тем попыткам редактировать труды пуритан, каждое предложение, чтобы обновить их стиль, язык, чтобы люди могли понимать, но не изменять содержание. «Что ты думаешь?» — я сказал Джону. Джон МакАртур посмотрел на меня 10 секунд. Была тишина, и он сказал: «Я никогда не забуду три слова. Я полностью согласен». Поэтому 3 июня, с 3 по 5, 2020 года, запишите, с 3 по 5 июня 2020 года, берите с собой целый автобус, если вы недалеко живете. Это будет конференция, посвященная богословию пуритан, in partnership with Reformation Heritage Books and Puritan Reform Theological Seminary. All right, turn with me, please, to 1 Peter 2. Давайте вместе откроем 1 Петра, 2 главу, с 19 по 25 стихи. Первая Петра 2:19. For this is thankworthy if a man for conscience toward God endure grief. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.
Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы просим Тебя, чтобы в этой проповеди мы могли говорить друг к другу от сердца к сердцу об испытаниях, о проблемах, о решениях, того, как быть верным в реакции на критику, как служителям Евангелия. Прошу, Господи, чтобы в результате этой проповеди мы получили наставление, которое поможет нам в будущем, на много лет, чтобы мы могли лучше реагировать на критику. Дай нам, Господь, быть верными, верными сопастырями над Твоей Церковью, Господь. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Для меня это привилегия и честь быть здесь, участвовать в этом праздновании 50-летнего юбилея Джона МакАртура. Когда я думаю о Джоне МакАртуре, мне на ум приходят три основные вещи. Первое — это верность его. Когда он сказал, что его отец жил до 91-летнего возраста и был верен до конца, поэтому как минимум 10 лет, наверное, есть еще у нашего дорогого брата. Я думал про Уильяма Джея, которому было, который 62 года проповедовал за кафедрой, поэтому пусть Господь благословит Джона и даст ему еще много лет служения. Также я думаю о его экзегетических навыках. На меня это оказало огромное влияние, особенно книга «Благовествование Христова». Эта книга была первой, которую я прочитал от пера Джона МакАртура. Мне она очень понравилась. Поэтому, будучи пастором церкви, в которой было 1000 человек, я был единственным пастором там, я ходил из больницы в больнице, много ездил. Я знал, что когда Джон МакАртур выступал по радио, я пытался ездить в машине так, чтобы слушать его проповеди. Поэтому он также на меня оказал огромное влияние. Но в-третьих, был момент на конференции у доктора Арси Спрола. Я был за ужином там с Джоном Пайпером, МакАртуром, Спролом и другими братьями. Мы говорили о том, как нужно реагировать на критику. И я помню, что сказал Спрол и Пайпер. Но потом, когда Джон МакАртур посмотрел вокруг, и не посмотрел свысока на кого-то из нас, он просто сказал: «Очень просто для меня. Если меня критикуют, и это неправда, я просто игнорирую, продолжаю дальше проповедовать истину, и все остальное Господь расставит на свои места». Для меня это было шоком, как он относится к критике, поэтому хотел бы поблагодарить брата за это. Я где-то однажды прочитал, что служитель должен иметь сердце ребенка и шкуру носорога. Поэтому у меня такой шкуры нету. Я думаю, сердце у меня достаточно кроткое. Я вырос в доме, где мама не разрешала даже нам ссориться. Поэтому, когда я начал заниматься служением, я не был подготовлен к критике. Для меня это было очень тяжело. Поэтому я хотел бы поделиться с вами тем сегодня утром. Я говорю вам как пастор другим пасторам. Я знаю, что эта проблема есть и в вашей жизни, и в вашем служении. Меня попросили поговорить о критике несколько лет назад на конференции на юге США. Я сказал библиотекарю,
Найди мне книгу, любую книгу, которую ты только можешь найти, о том, как реагировать на критику. Я думал, что будет большая стопка книг, но была только одна книга, которая называлась «Как закидать шапками проповедника». Это была не очень хорошая книга, поэтому в этой книге было все-таки одно, что я никогда не забуду. Это был опрос американских проповедников. 81% людей сказали, что для них самой большой проблемой была реакция на критику. Как мы реагируем на критику? Это будет сильно влиять на то, как будет развиваться наше служение. Я думаю, вы будете во многом более известны своими реакциями, чем своими действиями. Поэтому если вы научитесь правильно реагировать на критику и прославлять в этом Бога, ваша энергия, ваш энтузиазм о Божьем Слове, Его истине будет направлен в правильное такое ревностное русло. Но если вы не будете правильно воспринимать критику, то эта критика будет удручать вас, приводить вас к пессимизму или циничности. Ваше служение также понесет большой урон. Очень легко для нас, как для служителей, быть весьма пессимистичными, когда нас много критикуют. Но пессимизм в служении показывает, что корнем служения является гордость. Мы становимся пессимистичными, когда мы думаем, что мы заслуживаем лучшего отношения, чем мы получаем. И, возможно, иногда это так, но, возможно, мы не проявляем самоотречение, потому что Христос встретился с такой критикой и таким сопротивлением, с которым вряд ли кому-то из нас придется встретиться. Но Он никогда не злословил в ответ, как мы прочитали в Петра. Поэтому горечь, пессимизм, жалость к себе, ропот — все это производит депрессию и разочарование. И произносит некую такую гордость, неспособную увидеть свое настоящее состояние. Поэтому мы, как служители, которые становятся горькими, мы не видим наш непрощающий дух, мы осуждаем других людей, мы преувеличиваем их недостатки. Если когда-нибудь жил служитель, который должен был быть пессимистичным, это был Павел, который сидел в заключении, но самое радостное письмо он написал из своего тюремного заключения, послание к филиппийцам. Апостол Павел знал, что во время страданий апостол Павел говорит, что во всем я научился быть довольным. Какое удивительное утверждение. Как мы можем сделать это, когда нас критикуют и справа, и слева? Ну, во-первых, мы должны вспомнить, что у людей достаточно проблем в своей жизни, чтобы еще слушать пессимистичного, разочарованного пастора. Но часть проблемы заключается в том, что мы редко вместе говорим, и в семинарии нет специального курса, и мы не читаем много книг о том, как мы должны реагировать на критику. Поэтому, как брат и сослужитель, я хочу заверить вас в том, что каждый раз, когда вас критикуют, вы должны будете отреагировать на эту критику. Должен быть определенный процесс. Если вы знаете, чего ожидать, если вы знаете, как к этому относиться с благодатью Божьей на основании Слова Божьего, то вы сможете пройти неповрежденным и также получив назидание для себя и для вашей церкви. Поэтому эта тема очень актуальная. Она нуждается в нашем с вами внимании. Возможно, научиться реагировать на критику внешне, чтобы люди думали, что у меня все хорошо, но внутри это может меня докучать, не давать мне спать ночью, вызывать во мне агонию, ставить под сомнение все мое служение. Наше призвание — это не игнорировать критику, но верно реагировать на нее.
и внутренне также, чтобы мы могли иметь мир с Богом и верить, что все, даже критика, все содействует ко благу. Поэтому, чтобы быть верным в служении, мы должны быть верными в нашей реакции на критику. Поэтому сегодня я хотел бы с вами не говорить просто об одном отрывке и сделать его экспозицию, но тематически посмотреть и поговорить о 10 шагах или 10 способах реакции на критику. Первое. Думайте о том, что критика является неизбежной. Критика может прийти к вам завтра, послезавтра, через год, но она неизбежна. В вашем служении рано или поздно вы подвергнетесь жестокой критике. Большинство служителей имеют такой медовый месяц, может быть, год, вы приходите в новую церковь, может быть, 2 года, 3, если у вас все очень хорошо. Когда Иисус Христос призвал своих 12 учеников, Он собрал их на такой семинар интернатуры, прежде чем отправить на их служение. Матфея 10 глава, 16 и 22 стихи. Там сказано, вот я посылаю вас как отцов, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Джон Уэсли однажды думал, действительно ли он с Богом, потому что его никто не критикует уже целый день. Есть старая нидерландская поговорка, тот, кто стоит впереди, его будут бить взад. Вы должны этого ожидать. Вы лидер. Вы тот, кто руководит церковью. Каждый раз, когда вы будете принимать какое-то решение, всегда будет кто-то, кто будет противостоять вам. Кто-то. Или больше, чем один человек. Никогда не забуду встречу с одним из пасторов, который долгое время нес служение. Он живет в штате Флорида. 32 года назад я начал служение в церкви в Гранд-Рапидс. Это был мой второй год служения. Он спросил меня, как там у вас в Гранд-Рапидс служение в церкви проходит? И начало было трудным. Я ему сказал, я не знаю. Такое впечатление, что ко мне никто не нейтрален. Они меня либо любят, либо ненавидят. Он взял большую руку, ударил меня по колену. Он говорит, это прекрасно. Я говорю, что значит прекрасно? Он говорит, это значит, что все, ну, тебя люди понимают, потому что если все нейтральны к тебе, значит, они тебя вообще не понимают. Поэтому это своего рода такое было ободрение. Поэтому не удивляйтесь. Не будьте шокированы, когда вы подвергнуты критике. Во-вторых, думайте о мотиве и источнике. Во-первых, нужно хорошо слушать своего критика, глядя ему в лицо, смотрите ему в глаза. Слушайте внимательно, послушайте о фактах, за что вас критикуют. Но также спросите себя, слышал ли я по-настоящему критику, правильно ли я понял настоящую проблему, не просто симптом, который я слышу, но есть ли что-то глубже под этими симптомами. Может быть, депрессия, может быть, гнев, может быть, разочарование во взаимоотношениях, зависть, неудовлетворение церковным служением. Все это может быть корнем критики. Поэтому вы спрашиваете себя, человек, который критикует меня, ищет ли он моего добра и улучшения служения в Церкви Иисуса Христа? Движим ли он любовью? Для дела Божьего, или есть какой-то другой фактор и мотив, зависть, ненависть, месть. Поэтому, как правило, всегда подразумевайте то, что у него чистые мотивы, если у вас, конечно, нету очень хороших оснований думать иначе.
И знаете, что ожидать от некоторых видов людей? В церкви, как вы знаете, есть разные виды людей. Остерегайтесь льстецов, потому что если вы не будете уделять им должного внимания или того, что они хотят, они первыми будут вас критиковать. Остерегайтесь тех людей, которые жаждут власти и действуют и поддерживают вас, если они чувствуют, что власть находится в их руках. Но как только вы не согласитесь с ними, они превратят церковь в поле для сражения. Остерегайтесь сплетников. Они, как кроты, роют норы под вашей церковью, которая может рухнуть от их подпольной работы. Она лишает церковь настоящей радости. Поэтому относитесь к критике серьезно, но задавайтесь вопросом, кто меня критикует? Джеймс Тейлор недавно в одной статье сказал, что те, кто критикуют, обычно это те, которые сидят на последней парте, и хотят только критиковать. И, конечно, мы можем их послушать, может быть, у них есть хорошие идеи, может, мы что-то хотим изменить, но очень часто это не способствует изменению. Но если нас критикует духовно зрелый христианин, если это нас критикует наш сопастор или служитель церкви, относитесь к этому серьезно. В нем, как правило, есть истина. Есть то, что поможет нам стать лучше и измениться. Поэтому поощряйте конструктивную критику от таких людей. Как правило, чем больше вы поощряете конструктивную критику, тем больше ваше служение, ваши отношения с другими людьми, тем они будут лучше. Но не стоит неправильно реагировать на критику, может быть, отдельных каких-то людей. Я помню, в первой церкви три сестры подошли ко мне, жаловались, что в женском служении там что-то не так, поэтому мы с пасторами все изменили. На следующей встрече пришли 15 женщин и сказали, что изменили, и нам не нравится теперь. Поэтому я неправильно поступил. Я позволил трем людям из 750 изменить то, как я поступаю, не понимая, что другие люди не нуждались в этих изменениях. Поэтому думайте о этой критике, но думайте также о том, кто вас критикует. В-третьих, думайте о содержании. Можно многое узнать о себе от ваших критиков. Будьте благодарными за это. Ваше служение не стоит ничего, если вас никогда не критикуют. Вы были бы гордыми, высокомерными. Бог должен использовать критиков для того, чтобы смирить нас. И одни из самых лучших наших друзей — это те, кто не согласны с нами. Открыто. Книга «Притч», 27 глава, 6 стих, говорит о том, что искренны укоризны от любящего. Поэтому критика порой бывает лекарством, которое трудно проглотить. Дэвид Поулисон пишет, что критики — это как власть от Бога для вашего блага. Тот, который видит ваше сердце, использует критиков, чтобы помочь нам увидеть себя, вещи, которыми пренебрегаем, то, о чем мы забываем, неправильные отношения, неправильные действия, неправильные приоритеты, наши слабости, наши сильные стороны. Поэтому спросите у себя, что говорит критик из того, что может мне помочь? Может ли здесь быть какая-то истина в этой критике? Если я что-то изменю, я стану лучшим проповедником, лучшим служителем. Если да, примите это. Осознайте, исповедуйте свою вину. Даже если вы виновны только, по-вашему, на 10%. Возьмите лидер в самокритике. Будьте самокритичны, просите прощения искренно, изменяйтесь к лучшему, и затем двигайтесь дальше. Ключевое слово — двигайтесь дальше. Решайте этот вопрос, меняйтесь и двигайтесь дальше. Если критик ничего не дает нам полезного, поблагодарите его за то, что он проявил заботу в том, чтобы обратить внимание на вас, и идите дальше.
переходите к чему-то новому. К чему я это говорю? Не позволяйте критике превращаться в горечь в вашем сердце и разрастаться и уничтожать ваше служение. Конечно, иногда это неприятно, больно, но если мы правильно поступим и будем двигаться дальше, то из этого мы извлечем пользу. В процессе бывает время, когда нужно просто погрузиться в работу. Как моряки, моряк учил своего сына плавать, он рассказывал, когда вода переливается за борт корабля, он говорил, перемести вес на другую ногу, и ты можешь более сильный удар перенести, чтобы не упасть. В моей жизни я вечером домой поздно возвращался, и я знал, что я не смогу сейчас заснуть, поэтому в 12 часов ночи я садился и работал несколько часов, просто отложил мои переживания до следующего дня. Поэтому не начинайте оправдываться, не начинайте позволять гордости погубить вашу жизнь, ваше служение, и это буквально может горечь убить вас. Но постарайтесь подставить другую щеку, как советовал Иисус. Если ваша совесть чиста, в некоторых случаях можно объясниться, иногда можно просто промолчать с уважением, это, может быть, даже будет более уважительно. Марка 14:61. Но в любом случае не давайте каких-то пространных отговорок и оправданий, потому что вашим друзьям они не нужны, а ваши враги этому не поверят. Поэтому не отвечайте злом за зло. Сражайтесь Божьим способом, а не своим собственным. И вы увидите, что он будет на вашей стороне. Не вы должны воздавать. Возлюбленные, Римлянам 12:19, не мстите, но отдайте место Божьему гневу, ибо написано, возмездие мое я отплачу. Поэтому вы не должны быть полицейским. Не слушайте каждый шорох и шепот. Не впутывайтесь в бессмысленные споры. Не спорьте со своими критиками. Не пытайтесь вести споры с людьми, которые жаждут конфликтов. И мне кажется, рано или поздно мы поймем, что будут люди, которых мы никогда не сможем завоевать и превратить из критиков наших друзей. Были в нашей церкви люди, которые ушли, я пытался их вернуть в нашу церковь. Я посоветовался с другим пастором, он говорит, Джоэл, есть 1000 членов твоей церкви, они ушли, двигайся дальше, ты не сможешь решить все проблемы в этой жизни. Один день вечности наши верующие критики обнимут нас, и мы обнимем их. Наши неверующие критики, мы их не будем видеть больше. Но задавайтесь вопросом, почему меня не понимают? Есть ли что-то в моей проповеди, в моей, может быть, какое-то в моем отношении, в моих любимых каких-то темах для разговоров или еще что-то? Потому что часто критика отчасти правильна. У меня есть брат, по плоти. Он всегда в нашей деноминации пытается быть миротворцем. Он говорит, даже если ты ошибаешься на 90%, подойди и попроси прощения. Если ты будешь проявлять инициативу, то тот, который на 90% виноват, он послушает тебя, увидит твой пример и скажет, да, я тоже не прав. Поэтому самой лучшей реакцией является признать то, в чем мы должны признаться. И двигаться дальше. Четвертое. Думайте о контексте, о времени и молитве. Контекст, время и молитва. Каждый из нас устроен по-разному. В моем служении есть правило. Если кто-то меня критикует, я прошу их дать мне 24 часа, чтобы подумать, помолиться. И я иногда советуюсь с другими людьми, которых я уважаю.
И мой ответ через 24 часа намного лучше, намного более спокойный, чем если бы я ответил сразу. Поэтому, во-первых, вы идете с этим к Богу. Вы молитесь. Молитва ставит критику в правильный контекст, дает нам правильную перспективу, дает нам ясность ума, успокаивает нас и разжигает нашу страсть к Божьей истине. Задумайтесь о том, когда Лот ушел от Авраама. Бог сказал Аврааму: подними свои глаза и посмотри на все четыре стороны света. Авраам нуждался в этой перспективе, чтобы его разум прояснился, чтобы освежить свою веру, чтобы помнить, что Бог по-прежнему все контролирует. Он знал, что Лот должен был дать ему первый выбор. Когда один человек вас критикует, помните, все остальные не критикуют вас. Ничего страшного. Ожидайте этого. Отсутствие такого отношения приводит к отсутствию терпения. Мы должны быть терпеливыми. Нужно время порой. Критика обычно угасает через пару месяцев. Поэтому очень мудрый совет Иисус Христос дает в Луки 21:9. Там сказано: не ужасайтесь. Поэтому со временем ложная критика уйдет сама собой. Пункт номер 5. Думайте о себе. Критики — это дары от Бога, которые помогают нам преодолевать самоудовлетворенность и тенденции, которые уничтожат нас. Когда вы смотрите на свое служение, я думаю, вы можете сказать, что вы нуждались во всех тех критиках, которые у вас были, потому что вы не были бы тем человеком, которым вы являетесь, без критики. Я нуждался в каждой скорби, которую я испытал, чтобы я был тем, кем я являюсь сегодня в церкви. Критика делает пастыря намного более нежным. И овцы это очень ценят. Поэтому думайте о себе. Если вас постоянно обижают, подвергните эти чувства сомнению. Позвольте себе быть более открытым. Вы меньше будете жаловаться, если вы думаете, как вас на самом деле мало критикуют. Да, вы часто заслуживаете его, но как редко вы критикуемы за это. Посмотрите на Христа, который был совершенен в слове и в деле, но которого постоянно критиковали во время его земного служения и в конце концов осудили. И нам нужны партнеры, которые помогут нам быть подотчетными. В моей жизни как минимум три. Для меня достаточно. Если больше, чем три, жизнь становится слишком трудной. Поэтому моя жена очень конфиденциальная. Она мой первый партнер по подотчетности. Я иду к ней с проблемой, объясняю ей. И это нужно сделать объективно. Показать, что ты тоже слабый. Потому что жена может стать еще более... Ну, у нее может быть еще больше горечи, чем у вас, потому что она только одну часть истории слышит. Но если ваша жена мудрая, такая, как моя, по Божьей благодати, то она может вам во многом помочь. Найдите друга, которому вы можете доверять, может быть, это один из служителей вашей церкви, мудрый, опытный человек. Обратитесь к нему за помощью и скажите: «Я хочу, чтобы ты был моим партнером по подотчетности». Всегда есть в моей церкви брат, один из служителей, я ему говорю: если ты увидишь во мне какую-то гордость, пожалуйста, подойди ко мне, пожалуйста, поговори со мной. Будь моим другом в этом. И во всем остальном, все, что ты видишь в церковном служении, или то, что я могу улучшить, я знаю, что ты сделаешь это с любовью. Выберите человека, который будет это делать с любовью. Это очень большая помощь. Во всех трех
церквях, вернее, во всех трех случаях человек сказал, и я хочу, чтобы ты был моим партнером по подотчетности. Не нужно никому говорить, не нужно объявлять об этом. Просто имейте это такое тайное товарищество. Это поможет вам. В-третьих, всегда из другой церкви я хочу, чтобы у меня был брат, которого я хорошо знаю. Он полон мудрости. И когда меня критикуют, я звоню ему. Я говорю, вот как меня критикуют, вот как я хочу ответить, что ты думаешь? В девяти из десяти случаев он говорит, ну, ты прав здесь, но вот здесь, может быть, как-то по-другому можно. Я ему говорю, да, ты прав, почему же я об этом не подумал? Но это дает нам время. Дает нам время для молитвы, для совета, подумать над тем, как мудро реагировать на критику. Потому что ваша первоначальная реакция может разжечь такой пожар, который не утихнет в течение многих лет, если вы начнете поступать неправильно. Шестое. Очень важное. Думайте о Писании. Эго, наше представление о себе, настолько хрупкое, что порой даже малая доза критики, мы не сможем ее выдержать. Поэтому мы должны развить в себе эмоциональные мускулы. И Бог использует критику для того, чтобы это сделать. Один из способов, которым Бог помогает нам, это выучить Писание наизусть. Я думаю, каждый из вас знает определенные тексты наизусть, которые помогают вам, когда вы проходите через испытания. Бог использует тот или иной стих из Библии, может быть, это у вас есть на стене, или, может быть, лучше на сердце. Это цитата, это стих. Я помню, когда у меня было серьезное испытание, я каждый день я обращался к одному и тому же тексту, может быть, тысячи раз. Я приходил к нему, и для меня это было большим утешением. И когда в моей жизни был настоящий кризис, 5 человек из Северной Америки, служители в деноминации, позвонили мне и сказали, что Господь тот же самый текст, они хотели говорить мне о том же тексте. Это книга пророка Исаии. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Я вспоминаю об этом, когда я сталкиваюсь с несправедливой критикой. Но есть еще один текст. Римлянам 8:28. Все содействует ко благу тем, которые любят Бога, призванным по Его изволению. Да, Господь, я люблю тебя. Хорошо? Эта критика будет содействовать к твоему благу. Верь в это. Ты веришь в Слово Божье? Еще один текст. Иоанна 3:7. То, что я делаю сейчас, вы не знаете, но узнаете позже. Когда-то я пойму, сейчас я должен жить верой, а не видением. Еще один текст. Никакое наказание в настоящее время не приносит радости, но позже приносит мирный плод праведности наказываемым. Гимназия. Господь, наказывай меня, чтобы я рос в праведности и в святости. Думайте о Писании. Седьмой пункт. Самый важный. Думайте о Христе. Взирайте на Христа больше, когда вас критикуют. Евреям 12:3. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание. Об этом говорит Петр в 1 Петра 2 главе. Когда он страдал, он не злословил взаимно, но он отдал себя в руки праведного судьи. Поэтому Иисус Христос, будучи совершенно святым и безгрешным, его осудили ложно, били, плевали на него, отвергли, распяли, то мы, несовершенные пасторы, чего мы должны ожидать? Если апостол Иисуса Христа предал его за небольшую сумму денег, другой отрекся
боясь от того, что его будут преследовать, почему мы должны не ожидать, что на нас кто-то будет делать какие-то нападки, нас кто-то будет предавать, нас кто-то будет оставлять? Это часть служения в церкви Иисуса Христа. Если наша критика ложная, мы несправедливо страдаем, будем благодарить Бога, что критики не знают на самом деле, насколько мы плохие люди. Это со мной было как-то раз. Кто-то распространял слух в церквях, который там не было абсолютно никакой правды. И это был очень такой грязный слух, очень неприятный. Этот слух распространился очень быстро, у меня была горечь, я молился, я не мог молиться. Я ходил туда-сюда. Я лег на пол, когда такой был ковер, я вырывал клочки этого ковра, я говорил: «Господь, смилуйся надо мной». Я ничего не мог сделать. И потом, в отчаянии, без какого-либо успокоения, я пошел к книжной полке, взял книгу. Эта книга была Джона Брауна, «Справочник пастора». И там я начал листать эту страницу, и он сказал: «Может быть, люди тебя критикуют ложно, ты злишься». Это я, да, это я. Джон Браун сказал: «Помолись Богу и поблагодари Его за то, что они не знают все о тебе, потому что истина хуже, чем слухи». Думать о Христе для меня самая лучшая реакция на критику. Он такой совершенный, и Он так страдал ради меня. Кто я, чтобы жаловаться и роптать, будучи грешником, когда мне нужно немножко потерпеть ради Него? Я был в церкви, было много критики. Было христоцентричная проповедь, но немного гиперкальвинистическая, но в один вечер 24 брата вошли в пасторскую комнату, и у них был глашатай. Нога глашатая стояла очень близко рядом со мной, и нога тряслась. Я знал, что он нервничал, но он был очень убежден. И он сказал, что моя христоцентричная проповедь неправильная. И в этом разговоре я должен сказать это, потому что я знаю, что некоторые из вас также испытывают эту проблему. Он сказал: «Христос, мы так устали слышать о Христе», он сказал. А я плакал. В этот момент я понял, он полностью заблуждался. И мне стало его жалко. И 23 других человека, которые не понимали Евангелия. Это помогает нам, когда мы думаем о Христе, о том, что Он претерпел, что нам нужно претерпеть. Особенно, если нас гонят за Его имя, мы должны радоваться в этом. Это честь для нас быть гонимыми за Христа. Если Христос, который был невинным и так пострадал за нас, то как же мы не можем чуть-чуть страдать ради Него? Мы можем преодолеть любое искушение. Зачем нам роптать? Зачем нам испытывать горечь? Думайте о любви Христовой. Найдите свое успокоение и радость в Нем. Вы победите гнев, жалость к себе, и вы будете молиться и любить своих критиков. Восьмой пункт. Думайте о терпении святых. У нас немного времени осталось, есть много разных примеров. Я выберу лишь один — Неемия. Неемию критиковал Санбаллат и другие, и некоторая из его критик была хорошей. Его труженики не были профессионалами, многие из них отлынивали, некоторые части стены не были сильными. Четвертая глава Неемии. Критики были правы в чем-то.
But here we find a potent weapon of ridicule. Видим, насколько ridicule needs no factual ammunition. Насколько сильно действует осмеивание. Осмеивание очень эффективное, потому что оно опирается не на факты, а на те опасения, которые есть у нас внутри. Как отреагировал Неемия? Он перестал трудиться? Он рассердился и ответил злобным образом? Нет. Он напомнил себе, что он трудится для Бога, поэтому он помолился Богу и сказал: «Господи, воспомни меня». Потом он поставил стражу и изменил свой план в соответствии с обстоятельствами, не изменив свой труд. Он изменил свой план, не изменив свой труд. Неправильный план не означает неправильное служение. Иногда это значит, нам нужно просто проглотить свою гордость, изменить план, чтобы труд мог осуществляться лучше. Пред лицом страшной критики, это укрепляет нас думать, что если мы не устанем, делая добро, мы пожнем в свое время. Иногда чувствуется, что мы трудимся в каком-то лесу терновника, и это очень тяжело и медленно, но наша уставшая рука и наши раны готовят путь, безопасный для других людей, и в конце концов все будет хорошо. Бог поможет нам, и Бог сохранит нас. Девятый пункт. Думайте о своем долге любить. Любить даже тех, кто вас критикует. Это непросто, особенно когда критика совершенно ложная. Но семь советов, которые вам помогут. Лучше познакомьтесь с теми, кто вас критикует. Не убегайте от них. Невозможно любить того, кого вы не знаете. Постарайтесь их понять. Во-вторых, будьте готовы простить любое оскорбление в ваш адрес. И прощайте сразу. Не устраивайте для них каких-то испытаний. Просто прощайте, как Господь прощает нас, когда мы по благодати Божьей верим в Него единого для спасения. В моем служении был человек, который постоянно вел конспект каждой проповеди, и каждую неделю он звонил мне и говорил: «Пастор, я хочу с вами встретиться, у меня проблема есть в вашей проповеди здесь». Он заходил ко мне в кабинет и постоянно... Я не знаю, почему он вообще был членом нашей церкви. Он не был согласен с тем, чему мы учили, но я терпеливо пытался с ним беседовать. Так продолжалось год. И я сказал ему: «Ты можешь приходить не каждую неделю, а просто раз в месяц?» Он начал ходить раз в месяц и полтора часа. Я сказал: «Нет, тут ничего не получится». Поэтому я сказал жене. Он мне опять позвонил. Я должен это просто остановить. Поэтому сегодня я ему скажу, может быть, раз в год. Поэтому я пошел на встречу. Он сидел за столом и сказал мне: «Я жало в вашей плоти, не так ли?» Я посмотрел на него, я не знал, к чему он это сказал, не знал, чего дальше ожидать. Я так много жаловался о ваших проповедях, и другой человек меня очень сильно обличил, и Господь меня обличил, и поэтому я полностью не прав. Я здесь только одна по одной причине. Есть ли как-то, чтобы вы могли меня простить? Может быть, в вашем сердце найдется хоть капля прощения. Я был настолько удивлен, я ему сказал: «Встань». Он встал. Я его обнял, как медведица. Я сказал: «Я тебя прощаю полностью, перед тем, как ты передумаешь». Нет, я так не сказал. Спержен сказал об этом так: если вы не прощаете других, вы каждый раз, произнося молитву Господню, читайте свой смертный приговор. Прощайте и забывайте. Спержен говорил: когда вы хороните мертвую собаку, вы не оставляете ее хвост торчащим над землей.
В-третьих, молитесь со своим критиком. Если он посещает вас, всегда начинайте с молитвы. Всегда просите, чтобы он также помолился в заключении. Но будьте осторожны в молитве. Не атакуйте его в молитве, в своей молитве. Покажите ему, что вы просите у Бога прощения, чтобы Бог сделал вас святым и праведным. Будьте как можно более конкретными, молитесь честно, с верой, со смирением. Иногда это молитва, которая открывает эту встречу, очень много добра сделать. Молитесь за критика. Четвертое. Молитесь за него наедине. Я думаю, вы согласны с тем, и мне это тяжело. Тяжело испытывать горечь по отношению к человеку, за которого мы молимся. Молитва очень может помочь нам. Пятое. Испытывайте сострадание к своему критику. Потому что некоторые люди... Проблема настолько ожесточилась в их сердце, что их духовное состояние вызывает у нас вообще сомнения. Поэтому испытывайте к ним сострадание. Шестое. Устраните все, что мешает вам любить. Как говорит Петр, злословие, злоречие и все остальное удалите от себя. Поэтому, когда у вас есть враги в церкви, вы подходите к ним после служения, пожмите им руки, не относитесь к ним по-другому, не избегайте их. И в долгосрочной перспективе это поможет вам их вновь приобрести. Моя мать очень хорошо, у нее это получалось. В Каламазу, в Мичигане, мои родители жили там, в доме пастора, и одному человеку не нравилось, что они жили в доме пастора, и он не приветствовал мою маму, ей было очень неудобно, неловко. Каждый раз, когда она заходила в церковь, он стоял возле гардероба, она поворачивалась спиной к нему, и она поворачивалась к нему спиной, она подходила вокруг гардероба так и протягивала руку три раза, и проблема решилась. Продолжайте любить своих критиков. Это последний пункт. Вы увидите, что когда вы будете в любви служить вашему критику, а не мстить ему, ваши раны будут быстрее исцеляться, и, возможно, также его. Обычно. Не всегда, конечно, но обычно. И последний пункт, десятый пункт. Думайте о вечности. По другую сторону от Иордана нас ждет наш верный Спаситель, братья. Он никогда нас не подведет. И услышать эти слова в тот день. Хорошо, верный и добрый раб. Войди в радость Господина Твоего. Думать о том, что Иисус любит нас, несмотря на то, как мы реагируем на критику. Он любит нас, Он возьмет нас к себе, и мы будем с Ним. Это просто... Поразительно, Он отрет всякую слезу, Он будет самым лучшим другом. И все, что было неправильным, станет на свои места, все несправедливости будут исправлены, вся критика будет удалена, и все добро окружит нас. Благодаря Иисусу Христу и только Ему мы будем иметь радость в общении с Богом Отцом, Сыном и Духом. И как женщина, обнимающая новорожденного младенца, забывает боль родов, мы забудем все, когда мы обнимем Эммануила. На небесах будет совершенное единство, будет общение с Богом, с Его ангелами, с совершенными людьми, не будет никаких разделений, не будет никакой критики, не будет никаких деноминаций, не будет никаких споров, недоразумений, богословских споров, никаких сожалений. Не будет разницы среди святых. Даже Лютер и Кальвин будут согласны во всем. Джон Уэсли и Джордж Уитфилд обнимут друг друга. И мы все будем
едины во Христе, который един с Отцом. Мы будем любимы Богом, той же любовью, которую Он возлюбил Своего единственного Сына. Будет совершенное, видимое, близкое единство. Наши верующие критики обнимут нас. И три истины осуществятся на небесах. Во-первых, вся критика, которую мы поняли здесь, приняли здесь, мы согласимся с тем, что наш горшечник использовал это для того, чтобы сделать из нас те горшки, которые Он хочет устроить для этой жизни и для будущего. Во-вторых, мы увидим полностью, что вся критика, которую мы претерпели на земле, это было кратковременное страдание, как Павел называет это, в сравнении с вечной славой, которая ожидала нас. Кратковременное страдание. И в-третьих, на небесах мы будем вознаграждены намного больше за все то, что мы претерпели ради нашего лучшего друга и Господа Иисуса Христа. Какой это будет день, когда смертное облечется в бессмертное, когда тленное облечется в нетленное, и мы вечно будем с Господом. Пусть вся критика, которую наш суверенный Бог посылает в нашу жизнь, пусть она приготовит нас к тому, чтобы видеть Господа, видеть Христа и стоять пред Его лицом и смотреть на Его славу, на нашего Царя благодати. Поэтому в заключении, будьте позитивными в служении. Не дайте критикам лишить вас радости. Все самое лучшее еще впереди. Вы идете в небесный город. Ваш Спаситель, Тот, кто призвал вас, ваш Господин, ваш Царь, ваш пастырь, Он доведет вас туда, даже через Иордан, в землю Эммануила. Помните, почему вам расстраиваться в служении, когда у вас самое главное служение в мире для Иисуса? Бог всегда мне говорил, когда я был мальчиком, если Бог призовет тебя на служение, твоя задача будет важнее, чем задача президента Америки, потому что ты будешь говорить о вечном в церкви. Нам не нужно просыпаться утром и испытывать кризис среднего возраста, что наша работа недостаточно важная. Или... Ричард Бакстер сказал, я бы ничего не поменял в своей жизни ни за что в этом мире. Я доволен жертвовать своим телом, потратить все, что у меня есть, и самого себя за души тех людей, которых Бог верил мне. Мне очень нравится, что я прочитал об Эдварде Пейси. Он сидел в своем кабинете, и время от времени он настолько переживал, что Бог призвал его к служению, несмотря на все те проблемы, которые были у него. Он был сам, он от радости хлопал. Я не могу поверить, что Бог призвал такого грешника, как я, быть послом Иисуса Христа. Это удивительное призвание и честь. Вы посланник Царя Царей, брат. У вас есть Его обетование, Его Слово. И Его Слово не возвращается тщетным. Христос, ваш ходатай, одесную Бога Отца, Дух Святой, ваш заступник в сердце. Бог не позволит критике, не даст вам больше критики, чем благодати. Верьте в это. Каждая критика, как любое другое испытание, всегда будет содействовать вашему благу. Братья, давайте перестанем жаловаться в нашей плоти. Давайте подвязаться добрым подвигом. Не сдавайтесь, но продолжайте следовать за Христом. Бог поддержит вас в этом. Вспомните о Его обетованиях. Вспомните о Своем заступнике и ходатае Иисусе Христе. Вспомните о Духе Святом. Вспомните о той награде, которая ждет вас. Вечная слава.
Следуйте совету Фреда Малоуна. Перестаньте думать, что люди всегда будут правильно относиться к вам. Это идолопоклонство. Мы не должны жить реакцией на нас, других людей. Утешение Божьей милости — это единственная мотивация, которая помогает мне продолжать в трудную минуту. Поэтому кайтесь в неправильных реакциях на критику и верьте вновь в Иисуса Христа, ходите верой, поднимите опустившиеся руки, укрепите ноги уставшие, выпрямьте путь, и, как говорил Ричард Бакстер, 10 раз посмотрите на Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы имеем право жаловаться? Когда мы можем по-настоящему жаловаться? Мы можем по-настоящему жаловаться, один пуританин сказал, когда ты отдал для Христа столько, сколько Он отдал для тебя. И такого никогда не будет. Поэтому припаяшьте чресла ума вашего. Ваш Христос больше, чем Аполлон, ваш критик. Тот, кто послал вас, не бросит вас. Держите своего исповедания. Даже когда друзья, даже когда ваши близкие друзья поднимают на вас свою пету. Держитесь за своего первосвященника, который держится вас. Доверяйтесь ему. Доверяйтесь ему. Не доверяйте себя людям или этому миру, но смотрите на Христа, молитесь Христу, проповедуйте Христа, живите для Христа. Смотрите на Него. Моя мама умирала от деменции в течение последних 18 месяцев. Она уже на многое не могла реагировать. Я ей читал за 6 недель до ее смерти. В 92 года она умерла. Из 21 главы Откровения я сказал: «Мама, ты жаждешь небес?» Она сказала: «Я устала ждать этого». Я прочитал ей эти слова: «Я альфа и омега». Я сказал: «Мама, ты знаешь, что это значит?» Я сказал: «Глупый вопрос, конечно, она не знает». И она говорит: «Разве это не значит, что Иисус — начало и конец всего нашего спасения, и Он все посредине?» Она сказала. Я сказал: «Мама, я бы даже сам так не сказал. Он все. Верьте в это. Верьте в это. Он все. Вы ничто, я ничто». Тосканини был дирижером оркестра в 19 веке, это была 9-я симфония Бетховена. Когда он закончил, были аплодисменты. Они постоянно выходили, и аудитория продолжала хлопать. Тосканини посмотрел на свой оркестр и сказал: «Друзья, вы ничто, и я ничто. But Beethoven, но Бетховен, Бетховен, is everything. Все. Well, he was wrong. Но он был неправ. But as you and I walk но когда мы идем по сцене этой жизни, давайте помнить слова Спержена: чем меньше меня знают, тем лучше. Пусть знают только имя Иисуса, потому что я ничто. Но Он все. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Пусть Он будет всем. В вашем служении, в вашем сердце, в вашей жизни, в вашей страсти. Спержен говорил: будьте ревностны в служении Господу. Даже когда нет плода, делайте это еще больше. Молитесь больше, смотрите меньше на обстоятельства. Поэтому не забывайте о обетованиях Иисуса Христа. Он обещает наследие рабам Божьим, поддержать их, укрепить. И наша праведность, наш Господь, пусть Он вас благословит. Давайте помолимся.
Наш Небесный Отец, мы просим, Господь, чтобы Ты благословил эту проповедь. Просим, дай нам лучше реагировать на критику. Дай нам прощать все наши обиды. Дай нам больше сосредоточиться на Иисусе, быть более послушным, более полным мудрости. Дай нам то, что нам нужно, чтобы следовать за Христом в небесный город. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Несколько слов, братья, перед тем, как вы уйдете отсюда. Пожалуйста, хотел несколько объявлений сказать. Те, кто неосвященный, поскорее покидайте это помещение. Не критикуйте этот комментарий. Мне всегда говорили, что нужно преодолевать скорби без разочарования, но проблема в том, что мы больше хотим быть испорчены лестью, чем спасены критикой. Спасибо, Джоэл, за эту проповедь. Еще несколько объявлений. We have a special couple lunches that we want you to be aware of. First, our Spanish programs from our master seminary. Есть мероприятий. Испаноязычная программа из мастер-семинарий. Хотим рассказать вам, если вы заинтересованы этим служением, to have training given to them, then we have a prospective lunch for those students and for you may want to know организовать обед для этих студентов. In our children's center. All our volunteers know where that is. It's on the bottom floor of our children's ministry building. Just grab your lunch and head there as soon as possible. It поэтому, если вы хотите пообедать с нашими испанскими друзьями или испаноязычными, приходите в детский центр. Для тех, кто заинтересован программой «Доктор служения», приходите также в здание Tower. Там будет доктор МакАртур и доктор Лоусон. And then the lunch seminars throughout the campus. И другие семинары, которые будут на нашем кампусе. Там есть хорошие семинары в 12:15. Обед сегодня это будет Stone Fire Grill. For all of you who love carbs, may God be with you. Let's pray together. Давайте помолимся. Thank you for this opportunity to be in this place. Господь, благодарим тебя за то, что у нас есть возможность быть здесь и слушать такие проповеди, как у Джоэла Бики и у других. Просим, Господь, чтобы ты помогал нам прославлять тебя, быть угодными тебе. Благослови это время для твоей славы и чести. Аминь.